17 по 18 мая в коворкинг-зоне КСК «Уникс» проходит хакатон по разработке прототипов мобильных решений и технических решений с использованием машинного обучения, которое проводится Институтом вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета совместно с ООО «Сетевая компания». Практикоориентированное обучение, проектно-ориентированное обучение сейчас является одним из приоритетов, в общем-то, высшего образования в Российской Федерации. Вот одной из форм такого обучения, образования является проведение хакатонов, мастер-классов, специальных сессий. Сегодня мы открываем двухдневный хакатон, который инициирован нашими коллегами из сетевой компании. Участникам были предложены две темы, связанные с разработкой мобильного решения для автоматизации бизнес-процессов, закупочной деятельности и техническое решение с использованием машинного обучения с целью изучения дублей при подаче кайдзен-предложений. Само мероприятие, оно ориентировано на двухдневный такой мозговой штурм. Команда, с одной стороны, будут бороться с задачей, которая поставлена перед ними. С другой стороны, они будут соревноваться друг с другом для того, чтобы это решение было наиболее интересным, уникальным, эффективным. Ну и уже, собственно, организатор в лице сетевой компании будет определять победителя. Более 10 команд из вузов Казани пришли побороться за призовой фонд, который составил 200 тысяч рублей. Разработчики смогут потратить эти деньги на дальнейшую реализацию проекта. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.